И вот так, методом Мишеля Томаса, можно проработать, смотрите что. Во-первых, вопросительные слова. Мы вчера говорили 16 факторов, 16 человек нужно знать. Вопросительные слова можно проработать? Можно. Артикли можно? Все спряжения глагола «быть», все спряжения глагола «иметь», все модальные глаголы, вот мы сегодня зацепили, да, «should», например, «have to» не модальный, но тоже в эту область. То есть все это можно проработать, и в принципе, если даже вот 8 часов на это дело выделить, 8-16 часов человек уже будет говорить. Он не будет знать много грамматики, он объективно не будет знать все идеально, он не будет уметь писать, но зато он не будет ничего зубрить, и он научится уже говорить такими фразами. По такому методу я научил своих друзей бразильскому португальскому. Как это происходило? Мы плыли на круизном лайнере из острова Гран-Канария, это Канарские острова, в Сальвадор, Бразилия. Самый опасный город Бразилии, темнокожий, скажем, считается самый криминальный, такая, ну, в общем, жесть. И значит, мы плыли 10 дней на круизном лайнере через всю Атлантику. Конечно, время у людей было. И 7 из этих 10 дней мы собирались в 10:00 после завтрака в библиотеке. Я их закрывал, естественно. Ничего писать было нельзя, только стоял компьютер. И я просто вот эти вот все фразы: how can I get, how can I go, where is, it is here, it is not here. Мы все это прорабатывали на португальском языке. По факту люди у меня в Бразилии уже приехали, подготовленные, они уже могли сказать спасибо, пожалуйста, уже могли поздороваться, уже могли сказать, как куда пройти, без переводчика, то есть без меня. То есть я уже сам их отпускал, потому что у нас было 8 человек, мы разделялись просто. Вот часть едет сюда, часть едет в фавелы, например, часть едет в более презентабельные места Бразилии. Вот. И люди могли уже это говорить, по факту. То есть, если язык нужен очень-очень прямо вот сейчас, и он новый даже, какой-то там французский, испанский, итальянский, вот у вас через неделю вылет, за эту неделю совершенно реально по 4 часа в день вот так вот с тренером попахать, вы прилетаете в Италию, вы уже это все можете сказать, у вас язык стал как бы родным практически, да, во многих вещах. Окей, это метод Мишеля Томаса. Кому понятно, как работает? В идеале своим клиентам вот после такой сессии, если мы проработали там 3-4 часа, высылаю на почту PDF, где есть с левой стороны вот те слова, которые мы говорили, напечатанные, а справа есть их перевод. Это все разбавлено картинками. То есть человек видит реально, как это все пишется, он может прочитать, и ему сразу понятно, он может это запомнить.